Здравствуйте, Иван Владимирович. Расскажите о новинках ультразвука, которые вы показываете сегодня. Сегодня мы представляем две очень интересные новинки. Это суперсовременная система премиум-класса Zanar ZS3 и портативная система экспертного класса Hitachi Noblus. Zanar ZS3 – это просто суперсистема с массой инноваций, с великолепным качеством изображения, которая, к тому же, еще предлагается производителям с 5-летней гарантией. Hitachi Noblus – это долгожданный портативный сканер экспертного класса от Hitachi, который унаследовал все технологии стационарных систем. Единственный на рынке среди портативных ультразвуковых сканеров предлагает технологию эластографии, которая, как известно, у Hitachi работает лучше, чем у кого-либо. Расскажите о самом современном и высокотехнологичном ультразвуковом сканере, присутствующем на сегодняшний день в вашей линейке аппаратов. Среди всех представляемых нами сканеров я бы хотел выделить две системы, которые я считаю лучшими среди всех представленных на рынке. Прежде всего, речь идет о сегодняшней новинке, ультразвуковой системе Zanar ZS3. Она отличается от всех аналогичных сканеров принципиально другой технологией формирования ультразвукового сигнала. Вообще в этой системе очень много инноваций, о которых можно очень долго рассказывать. Например, эта система сканирует не лучами, как обычно, а зонами лучей, что позволяет ей собирать информацию в 10 раз быстрее. Для вас, как для пользователя, это дает изображение без артефактов движения и также высочайшую частоту кадров во всех режимах, включая триплексный. Также в этой системе отсутствует такое понятие, как фокус. Представьте, что все изображение всегда находится в фокусе, каждая точка на экране. Это очень удобно и дает наилучшие результаты среди всех аналогичных сканеров на рынке. Также система измеряет скорость ультразвука в тканях конкретного пациента и автоматически настраивает излучатель для получения наилучшего изображения у данного пациента. Это дает вам всегда прекрасное изображение у любых, даже самых трудных пациентов. Еще я хотел бы отметить, что Zanar ZS3 – это система с уникальной энергоэффективностью. Это единственная система, у которой встроена батарея, от которой она может проработать целую смену, то есть до 6 часов. Система очень мобильна, ее можно использовать для обследований у пациентов, у постели больного. Причем благодаря ее автономности можно даже не выключать систему при перевозке. Ну и, конечно, стоит отметить надежность этой системы, потому что производитель дает на нее уникальную гарантию 5 лет. Вообще про Zanar можно рассказывать достаточно долго, но я также хотел бы отметить еще одну систему премиум уровня. Это Hitachi Ascendus, одна из самых современных и мощных систем на рынке, с великолепным качеством изображения, с самым большим выбором датчиков на рынке, с массой инноваций и уникальными возможностями, например, 4D объемная соноэластография или технология Fusion, которая позволяет в реальном времени объединять данные УЗИ с объемами, полученными на МРТ или КТ. Эта система имеет идеальное изображение во всех режимах. Это настоящая гордость компании Hitachi. И мы также с большим удовольствием показываем ее все время докторам, потому что, как правило, равнодушных не остается. Никто из производителей, по моему мнению, до сих пор, может быть, кроме Zanar, не догнал систему Ascendus по качеству серой шкалы. Какие последние эксклюзивные технологии вы можете предложить своим клиентам? В последнее время очень популярной становятся новые технологии эндоскопического ультразвука, которые представлены на УЗИ-сканерах Hitachi совместно с японским производителем эндоскопов Pentax. Эндоскопы и бронхоскопы производства Hitachi Pentax – это абсолютно уникальные инструменты, которые позволяют помимо визуального осмотра проводить ультразвуковую диагностику с использованием в том числе и Доплера, а также позволяют брать биопсию и проводить лечение с использованием рабочего канала эндоскопа. Особенно важно то, что эндоскопы Hitachi Pentax поддерживают работу с эластографией, что позволяет вам также оценивать жесткость или эластичность исследуемых тканей. С эндоскопическими датчиками работает вся линейка сканеров Hitachi, включая новый портативный сканер Noblus.
Какие основные особенности УЗИ-оборудования, которое вы представляете? Все оборудование, которое представляет компания PrideLine, объединено единой идеологией. Это лучшее, что есть в данный момент на рынке. Мы занимаемся оборудованием экспертного и премиум уровня. Мы не привязаны к конкретному производителю. Наоборот, мы все время ищем инновации у всех участников рынка, проверяем их на практике вместе с ведущими экспертами отрасли и представляем вам наиболее эффективные решения для ваших задач. Обращаясь в компанию PrideLine, вы можете быть уверены в том, что вы выбираете самое лучшее. Каких новинок ждать от вас в ближайшем будущем? В ближайшее время будет значительно расширен функционал системы Zonar ZS3. В будущем году пользователям будут предложены новые функции и опции, такие как анатомический режим, панорамное сканирование, эластография с оригинальным алгоритмом от компании Zonar. А также будут представлены новые датчики. Например, линейный датчик с максимальной частотой 20 МГц, который будет давать прекрасное изображение всех поверхностных органов. Но наиболее интересные датчики будут представлены чуть позже. Это будут матричные датчики с возможностью электронного объемного сканирования без использования каких-либо механических частей в датчике. Что касается Hitachi, в следующем году будет представлена новая версия программного обеспечения на всей линейке сканеров, которая значительно улучшит работу сканеров во всех режимах. Наиболее ожидаемой новинкой будет фотореалистичный 4D-режим с возможностью изменения положения виртуального источника света. А также Hitachi представит новые датчики 7 и 8 серии. Так же, как и вы, мы ждем эти новинки и будем о них сообщать на нашем сайте. Иван Владимирович, спасибо большое за интервью.